Окунуться в атмосферу праздника смогли около 150 детишек из многодетных и малообеспеченных семей. Они наряжали елку, играли в игры с аниматорами, а потом позвали самого главного сказочного персонажа – Деда Мороза. Вместе со Снегурочкой он зажег елку и пригласил малышей на спектакль «Госпожа Метелица». Никто так искренне не может радоваться, как ребенок. Он радуется данному театру, он радуется данному спектаклю, он радуется тому подарку, который получает из рук Деда Мороза или же из рук организатора данного мероприятия. Эмоции впечатляют меня до сих пор. Такую акцию депутаты проводят уже четвертый год подряд. Они с удовольствием принимают участие в празднике, заряжают малышей новогодним настроением и радуются сами, когда вручают им сладкие подарки.